Друзья, всем привет! Будем сегодня делать такой инструментальный ящик на колесах. Заметил в последнее время, что мой основной ящик для инструмента стал довольно неподъемным. Довольно неудобно его где-то брать с собой на какие-то выездные работы. И места, как всегда, не хватает. Посмотрел в магазине какие-то годовые такие интересные варианты. В нашем городке ничего такого не нашел. В интернете есть брендовые вещи, но ценник космический. Поэтому будем делать, как обычно, все своими руками из относительно доступных подручных средств. Вот такие вот колесики будут в основе передвижения нашей конструкции. Вот такие вот интересные направляющие. Будет такая организованная своеобразная система шуфлядная. Буду варить основную каркас из такого довольно легкого, но прочного перфорированного горошка. Такие железяки пойдут в дело. В качестве самих ящиков сразу думал все изготовить из фанеры, но потом попались мне на глаза такие вот ящики из какого-то, наверное, старого оборудования, покрыты порошковой эмалью, в то же время довольно-таки прочные. Так что применим их. Всего будет два ящика. Они будут один на один. И лист фанеры 12 будет в качестве дна каких-то вспомогательных конструкций. Так что погнали работать.
Ну что, друзья, пока у нас получилась такая вот конструкция, выдвижная шуфлядка. Здесь у меня будет электроинструмент такой, может быть, разделю на два отсека, а может быть, просто будет большой ящик. Ну и, соответственно, здесь будет основной инструмент. Здесь будет сделано некоторое количество отсеков разнообразных. Ну, пока получилась вот такая вот конструкция. Вроде выглядит громоздко, но благодаря применению перфорированного такого вот профиля все довольно прочно и небольшой вес имеет. Как бы, в принципе, воплотил то, что рисовал себя в голове. Также здесь вот такой кармашек. Здесь я планирую сделать такой небольшой пенал, наверное, для ножовки, ну, для чего-то такого, скажем так, габаритного, будет сюда просто опускаться. Ну и здесь сделал бобину для удлинителя. Сейчас это все дело уже разбираю, буду красить. Сверху будет у меня еще один ящичек такой самодельный из фанеры. Я сделаю для мелочей. Ну и получается такой вот прикольный ящик-органайзер для инструмента. Ну, посмотрим, что получится дальше. Ну что, друзья, покрасил я основную силовую конструкцию, каркас своего ящика. Вот, все отлично получилось. Досточки фанера, которая на дно. Ну, сейчас приступаю к сборке. Переместился в гараж, потому что уже пошел снежок, да и холодно. Ну, что, работаем. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ну что, друзья, в целом вот такой вот инструментальный ящик у меня получился. То есть, скажу так, очень классная конструкция. Я и полностью доволен. То есть верхняя часть у меня такая под мелочевочку. Здесь уровни, прозвонка, маркеры, фломастеры, штангели. Такое, что в быстром доступе должно быть. Газовые упоры вот эти вот мебельные. Тоже офигенная штука. Я здесь подрасчитал это угол открытия. То есть нигде ничего не мешает. Сделано это все. Сделано такие вот латунные щеколдочки. Так, эта часть закрывается. Второй ярус, это уже здесь такой более посерьезный инструмент. Отвертки, ножовки, ключи. Вот и прочее, как мы видим. Тоже сделал, как вы видели на видео, это все с полипропиленовых труб. Все пропаяно. Вот такие вот отсеки получились. Тоже все на щеколде. Ну и у нас нижний ящик, здесь электроинструмент. Тоже здесь все это дело на вот этих вот. Ой, как оно, забыл, называется. Направляющих мебельных. Вот в целом вот такая вот конструкция. Тоже все легенько убирается. Ручка тоже такое прикольное решение. То есть все это дело, как обычная багажная тележка, перевозится. Здесь удлинитель, бухта. Ну, здесь еще можно как бы кучу всяких, ножовку какую-то длинную сделать сюда. Это в будущем посмотрю, что мне пригодится. Вот. А так в целом получилась такая классная конструкция. Она не тяжелая благодаря этому перфорированному профилям, уголочкам. Ну, в то же время довольно прочная. То есть по весу я сравнивал с заводским, кстати, чемоданом, таким модульным DeWalt, то он тяжелее. Но если брать такое уже сильно фуфло китайское, то оно как бы хлюпкое и легкое. Но здесь, в принципе, монументальная такая конструкция получилась у нас. Вот, в машину легко поднимается за эти вот две ручки. То есть у меня в багажник, как бы в минивэн, все отлично становится. В целом, довольно классно им работать. Я даже вот работаю во дворе. Просто как бы всегда инструмент под рукой. Не надо ходить там 10 раз в гараж. Вот, сейчас душ делал, как бы беседку. То есть все под руками. Перекатил и работаешь. Ну, короче, такой вот, можно сказать, из хлама у нас получился инструментальный ящик. Ну, больше, конечно, кайф я получил от самого процесса его создания. Как бы, ну, нравится мне такое дело делать. Вот, во-первых, конструкция такая непростая, скажем так. Ну, приходится думать, где-то что-то подгонять, изобретать. Вот, ну, а так, в целом, как-то так. Надеюсь, кому-то будет полезно, может, для себя кто-то что-то применит. Вот. Ну, на этом все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч на канале.